Приветствую вас. Ну, речь идет о, наверное, такой вещи, как, с одной стороны, агрессия, а вот с другой стороны, вероятно, речь идет о несвоевременном отреагировании ваших чувств. То есть, с одной стороны, есть нечто, что вам угрожает, да, с одной стороны. Есть нечто, что вам угрожает, есть нечто, что вам грозит, есть нечто, в чем вы видите для себя угрозу. С другой стороны, есть то, что вы вовремя не выражаете. Ну, своевременно вы не выражаете. И это тоже является проблемой. Достаточно серьезной является эта проблема, потому что вспыльчивость, она вот про это. Вот, и, соответственно, нужно разобрать, в первую очередь, где вы себя, например, сдерживаете, где вы себя подавляете, вот, и... ну, и почему вы себя подавляете, да, то есть где и почему, где и как вы себя подавляете, вот, и, соответственно, разобраться с этими ощущениями, вот, и разобравшись с этими ощущениями, я полагаю, уже можно будет говорить о том, что делать дальше вам. То есть, в принципе, вот она из этого, то есть вы не гармоничны, у вас идет перекос, вы что-то сдерживаете в себе, вы что-то подавляете в себе, и ситуация выглядит из-за этого крайне скверно для вас, опять же. Вот, но если научиться лучше себя чувствовать, да, научиться лучше себя ощущать в какой-то степени, вот, то ситуация будет улучшаться. Вот. Вы же понимаете, что вы испытываете, да, когда испытываете достаточно сильные эмоции, да, достаточно сильные, яркие эмоции, сильные, яркие чувства, вот, вы испытываете. А тут, в этом вот случае, нужно понимать, что более слабые, более слабые чувства вы себе просто-напросто не разрешаете прислушиваться к более слабым своим эмоциям, к более слабым своим переживанием, вот, и, соответственно,
очень важно, чтобы вы научились это делать. Что вы научились прислушиваться к своим вот ощущениям, таким. Не очень явным, не очень явным, не очень таким откровенным, да? Вот. Для чего? Для чего так? Значит, чтобы лучше понимать, что со мной происходит. Ну, то есть, вам. Что с вами происходит. Вот. Научитесь, не будете такой вспыльчивой. Точнее, не будете так вот реагировать. С другой стороны, вас многие вещи возможно вызывают, что тоже вполне, ну, может быть проблемой, то есть вот, что-то вас может вызывать, что-то вас может напрягать, что-то вас может беспокоить, да? Вот, соответственно, очень важно рассмотреть причины, по которым вы врываетесь, вот. Потому что это важно для вас, потому что это, ну, для вас это очень, очень важно. И я думаю, что, ну, вряд ли вы будете спорить с тем, что эмоционально вас это, скажем так, возбуждает. Да, то есть вы как-то вот реагируете эмоционально на определенные вещи. Вот. Ну, я думаю, что, ну, такая примерно история. Здесь, может быть, вам представлено. Вот, я отдаю, конечно, отчет себе в том, что, может быть, вы не хотите, не захотите, точнее, со всем этим заниматься. Вот, я имею в виду, не захотите работать над собой, я имею в виду это. Вот, но, тем не менее, ситуация-то особо не меняет, да, потому что раз вы обратили, значит, понимаете, что сами не справитесь, раз сами не справляетесь, значит, нужна помощь. Раз нужна помощь, значит, ну, делать это нужно как минимум профессионально, да, вот, то есть капитально. Поэтому ситуация здесь совершенно однозначна. А вот, вам нужно выбрать себе специалиста и начать работать со специалистом по вашей проблеме. Вот.
в частности, с эмоциональным интеллектом. Вот. Это нормально, в этом нет ничего постыдного. Вот, главное, чтобы вы вот сами пришли к тому, что нужна помощь вам, главное, чтобы вы сами пришли к тому, что, что ну, к тому, что вы там, сами не справляетесь, к примеру, вот, и чтобы вы захотели позволили нам помочь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена.